Я хочу кататься в этих кедах, чувак. Хочу, бля, я очень сильно. Мне нравится. Пойдем. Скейт лайф, короче. Скейт лайф. Всем привет. Сегодня мы катаемся в кедосах Стрея. Вышла новая коллекция. В них есть крутые кеды с Оли Пэдом. Есть старые модели. И классические, как слепоны, так и высокие. И мы в них покатаемся сегодня. Будет круто. Кедосы с пиздатыми носами резиновыми. Ну, в общем-то, в прошлом году мы уж катались в точно такой же модели кед, которая сейчас на мне. И я могу сказать, что они довольно удобные, они довольно мягкие, в них хорошо чувствуешь доску, хорошо чувствуешь радиус. Да, подошва не так быстро потиралась, они быстро разнашиваются, становятся такими удобненькими, по твоей ноге садятся. Вот, и в радиусе ты чувствуешь себя просто отлично. Завершаем, нахуй, наш обзор. Давай. Ну, короче, ребят, если вам нравятся эти кеды, типа, нравится, как они выглядят, то берите, покупайте их, они, в принципе, удобные. Подберете себе, ну, какие вам подойдут. Типа, хотите слепоны, возьмите слепоны. Хотите все, завершаем возьмите, наш обзор. Возьмете с олипэдом. То есть, все просто, или, конечно, с этим пушечным и носом. И все. На любой вкус и цвет есть педали. Йоу, чуваки. Все, 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 давай, давай. Йоу, спасибо Сквату за кеды, нам понравилось, покатались круто, еще увидимся.